сегодня мы будем готовить вкусный снэк, который очень легко приготовить, и он необычный по вкусу. Небольшая предыстория. На самом деле голь на выдумке хитра. И когда хочется чего-то очень вкусного и при этом полезного, чтобы удовлетворить все свои желания и вписаться в рацион, начинает включаться фантазия. Не знаю, каким образом, но я вспомнила Таиланд и замечательные блинчики с яйцом и бананом, которые там пробовала. И решила попробовать приготовить аналог этого блюда. Конечно же, это не совсем не то блюдо, но очень похоже получилось и очень вкусное. Для этого нам понадобится всего лишь лаваш, яйцо, конечно же, и банан. Что мы делаем? Мы будем готовить это на сковороде. Я беру тонкую блинную, чтобы она быстрее прогрелась. Это же все-таки блинчики. В оригинальном рецепте используется специальное тесто, такие же шарики лежат. Кто помнит, кто видел, кто пробовал, раскатывается в тонкий лист. Для того, чтобы сэкономить время и приготовить что-то подобное, я взяла лаваш. Что мы делаем? Мы берем, включаем плиту, ставим сковороду. Если сковорода антипригарная, вы, в принципе, можете готовить без масла, но я добавляю немножечко кокосового масла. Я думаю, вы помните его уже из предыдущих рецептов, совсем чуть-чуть, так, чтобы было вкуснее. Можно обойтись без него, можно использовать какое-нибудь другое масло. Так, этого будет достаточно. Сейчас распределим по сковороде. Пока сковорода нагревается, берем одно яйцо и просто смешиваем желток с белком. Можно это сделать прямо на лаваше, прямо на сковороде. Я так и делаю, когда мне лень. Но я вам покажу, как это сделать будет намного правильнее, чтобы не порвать лаваш. Берем лаваш, приблизительно половинку. То, пока у нас нагревается, сверху осторожно выливаем яичную смесь. Ну, прям готовим все на ходу, очень быстро. И нарезаем банан. Нарезаем так, чтобы лаваш, конечно же, наш можно было закрыть. И в то же время, чтобы было достаточно вкусно. Я больше ничего не добавляю. Но если вы жуткие сладкоежки, добавляйте сюда стевию. Можно добавить корицу, другие специи, которые вы любите, обожаете. Жить без них не можете. В общем, добавляйте все, что вам нравится. Так, нарезаем. Она потихоньку готовится, пока жарится. Мы не спешим. И все это начинаем аккуратненько заворачивать. Здесь у нас обжаривается. И вот так мы запечатываем. И оставляем на сковороде. Обжаривается. У нас в остатке есть масло. Отлично, нам это пригодится. Руки не забудьте помыть перед тем, как готовить. Можно то же самое сделать на гриле. В принципе, то есть разницы особой нет. Главное, чтобы была тонкая поверхность, быстро прогревалась, и можно было приготовить вот такой вот снэк. Очень вкусный, питательный, и вам и банан, и лаваш, и яйцо. Такое интересное сочетание. Вот и готов наш импровизированный тайский блинчик. Снимаем, разрезаем на две части и смотрим, как внутри у нас красиво. И вот что у нас получилось. На самом деле утолит любой ваш голод после тренировочной, либо же просто, когда хочется чего-то вкусненького. Очень вкусно. Попробуйте. Я думаю, вам понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите, какие рецепты вам интересно было бы увидеть. И до новых встреч.